Самый подходящий автомобиль для покатушек по мерзлоте. УАЗ, буханочка. Мы на этой буханке объездим все скалы, все горы, все озера. И наша первая локация, Илюха. Наша первая локация — это Железный дом. Здесь поет, что ли? Что? Здесь поет, да. А что там написано, ребята? Виталий Михайлович, он своими руками вот этот дом построил. Это храмовый замок. Не Железный дом, а храмовый замок. Храмовый замок — это вот это, вот арка. Угу. Вот. А шпиль не поставили? Может, шпиль поставили, совесть появилась. Потому что у них возникла дискуссия, там разделились, голоса разделились. Участник этой Курской битвы, вот этот вот, Калинин старший, да, это он один вариант предлагает, улета. Надо интересно рассказать, чтобы зритель узнал про вас, про такого человека вот интересного, это, который взял. Это знаю только я. Как тебе локация, Эдар? Сложно. Глазу сложно зацепиться за что-то одно. Очень сложная геометрия. Приходится искать. А по свету как? Да нет, по свету нормально. Что ты понял из всей этой истории? Что сам черт ногу сломит здесь. Дедушка Космос. Изначально это кажется, что просто чудо какая-то, а потом начинаешь всматриваться, оказывается, фига себе, это птица. А здесь это рыцарь, а там это, типа, я не знаю, какой-то маяк, что ли, типа. Тут... Дедушка очень стойкий боец. Даже Раилычу не удается раскусить его. Расколоть этот... Орешек. Якутский орешек, да. Из всего, что он рассказал, я запомнил только про молоток, который создан для того, чтобы заколачивать понты. А эти молотки такие. Прикольная скамейка, да? Прикольная скамеечка, да. Вот. А это прикольная понты. Скамейка. Да, да, заколачивать понты. В смысле, это так при названии? Вот. Прикольная, да, скамейка? Да. Пудра геологическая. Пудрить мозги. Пудра? Ага. Вот. Пудрить мозги. Да. Вот смотрите, это мыло геологическое, видите? Ну. Вечное. Вечное не потому, что оно не намыливается. Это не обычное хозяйственное мыло, что ли? Обычное. С 90-го года лежит. Вот. Почему вечное? А вечное, потому что геологи не моются. Вообще ничего просто так нет, что ни одной железки. Так все с целевым назначением идет. Вот вы такая, вот если у вас, вы терпение наберете, вы поймете замысел строительства. Раил! Давайте! Мы в раю! Давай еще громче. Мы в раю! Молодцы. Что? Это для чего все было? Это для сплочения коллектива. Ага. Мы в притворе. 3-4. Давайте хором, дружно только. Мы в притворе. Дружно, мы в притворе. Молодцы, вы теперь никогда не потеряете, и на всю жизнь у вас дружба сохранится. Что не потеряют?
вы друг друга не потеряете никогда, и у вас дружба сохранится на всю жизнь. Слышите, ребят? Что это такое? Это, как вам сказать, это композиция магнитные струны. Вот через эту, вот через мой конек проходят магнитные струны, которые контролируют все алмазы Якутской провинции. Караульное помещение или прям жилая комната? Ну, я там и живу, она и караулка. Показывайте, пожалуйста. Да как же, вы же так торопитесь. Ого! Ничего себе! Да. Вы как от комаров-то спасаетесь? Да как спасаешься, вот, если вот так вот рвут все, не спасешься. Надо... Никогда холодно не будет, да? Солом, но на самом деле автор Мишнин Виталий Михайлович заложил туда огромное-огромное количество смыслов. Он сам геолог, а доктор минералогических наук. И вот, например, сейчас я стою на крыльце, которое называется Господское крыльцо. Он, кстати, сейчас за кадром находится. Очень просил его не показывать. Он очень просил его не показывать, но при этом бдит за каждым моим словом. Ну что, ребята, как впечатление от локации? Очень хорошо. А мне знаете, что мне понравилось? Знаете, что мне понравилось? Что под конец, когда вот Илья записывал стендап, соседи орали: столько красивых мест в Якутии, а вы эту хрень знаете. Записываю тут на свои кинокамеры. Капец, что соседи любят это там получается? Нет, на самом деле, их взбесило, что для них миллион раз повторял. Нас в гости позвала на обед моя одногруппница Таня Никифорова. Вот мы приехали домой. Сейчас посмотрим. Здравствуйте. Здрасте. Муж Игорь. А, Игорь. Игорь, муж Тани. Да. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте, хозяин. Такой дом красивый, а вот большой. Это и я как раз, и Вова. А, ну хорошо. Уже, так, нет. Уже нету. А во дворе можно? А вот и Таня. Вы с ума сошли такую гвардию приглашать? Шесть человек. Нам неудобно. Вы знаете, сколько мы едим? Расскажите, что за фишка? Все дома в Якутии на сваях строятся, да? Нет никакого фундамента. Так вопрос есть, да. Это у нас из-за вечной мерзлоты. У нас так земля очень... Происходит пучение, называется. Пучение? Пучение, то есть земля... Это как в животе во время метеоризма. Общий смысл похож. Можно так сказать. То, что каждую весну и осень земля очень сильно двигается. Ага. И поэтому вот из-за, так вот, да? Из-за фундамента, из-за этого никто на землю не выйдет. Еще раз, как называется вот эта вот штука? По-якутски балаган, а по-русски, если так перевести, балаган. То есть там тусы все время проходят? Ну, можно сказать так. Там кто-то живет? Весь мир, да. Большой балаган. Так наша бабушка, моя мама там живет. Ого, а там тепло зимой? А бани нет, что ли, бани? Так, бани я принципиально не строю. И что мы видим? Что? Мы в якутских одеяниях. Так, давайте поближе теперь. Сейчас. Мы традиционно добрались до огромной Якут. Таблички с названием города. Сейчас. Быстро говорим текст. Пацаны спят. Приветствуем всех двух журналистов. Заняло в страну Саха и Якут. Быстро просыпаемся. Блин, спят вечно. Че, развлекаешься, Айдар? Скажи, да. Хотя бы я это. Пока парни учат стендап. За то время, пока ребята учат стендап, я сумел поставить камеру на ребро стадикама. Что это наше про Якут? Чудеса левитации. Опять мальчишек узнали. Опять фотографируются. Если бы девочки знали, с какого раза эти парни произносят свой стендап, они бы сказали: максимум третьего. Фу, как стрёмно. Просто снимаем красивые местечки, да? Ну да. Снимай красивые местечки. Прикольно же. Приехали за нашим оператором квадрокоптера. А вот это уже интересно. Смотрите, на чем парни у нас поедут. Вперед! За рулем Вову и Илью. Николай, это вообще реально вот так вот подняться человеку, который никогда не ездил? Куда подняться? Ну вот мы же сейчас наверх будем подниматься. А, ну можно, конечно. Чего? Ну, они наверх медленно идут, а по прямой хорошо бегут. Вот здесь чуть-чуть подъем, поэтому тоже. А так сейчас из дома вообще сильно
быстро. То есть, а такое вообще может быть, что они откажутся идти? Нет, такое, ну, если совсем долго, не знаю, ну, если жарко, например, то может быть, но сейчас пока не было такого. Сейчас отпишем стендап и посадим парней на собак. Ты спрашиваешь, давай рассказывай. Я говорю, да. Ты говоришь, давай рассказывай. Я начинаю скучно. Я связался с Федерацией бегового спорта. Асти. Асти. Весь? Астория. Это весь. Так, домашние клички Веся и Асти. Ну, мы будем их называть по домашнему. Мы еще не знакомы. Это Эльвейс и Астория. Не, ну, они понимают только Асти и Веся. А по документам они не очень-то понимают. Ага. Ну все, пробуем. Давайте. Вперед! Хоп-хоп-хоп! Расставай луч. Сейчас обделается у нас Вова. Здесь же работает дрон. Коля. Коля прямо из УАЗика будет управлять. Красавчик. Привет! Сильно не резко тормози. Как зовут твою Зельма красотку? Зельма ее зовут. Зельма, привет. Она тащит за двух. Люх, как управляется? Очень просто. Проще, чем машины и велосипедом вместе взятыми. Говоришь, прямо, едет прямо. Говоришь, налево, едет налево. А ты показываешь тоже, да? Куда? Или просто говоришь? Просто говорю. Да? Потому что Вове ты объяснил, что показывать надо направление. Нет, у меня новая версия. А, усовершенствованная, да. 2.0. 2.0. Все ясно. Здесь полный привод. Сотка. Уши. Там две собачьи силы. Вельма. Ой, Вельма говорю. Веся. И Асти. Полные имена. Эдельвейс и гостиница. Ой, в смысле, просто Астория. Гостиница. Это у меня просто ты не испугался тебя так рвануть? Вообще испугался. Слушай, они так быстро побежали. Ты притормаживал сразу, да? Все, ладно, то мне уже пора, режиссер. Давай, давай. Вперед, давай, вперед. Стойте, стойте, Вова. Все, Вельма, вперед, давай. Ну что, встал? Ну нет. Подожди. Да, в этом вся сложность. То есть это сложность номер один вообще управиться с собакой. Приехали. Сложность номер два сравняться вообще пацанам. Что она там? Со своими собаками. Да, ей нужно было туда. Чтобы в одном плане быть. У Коли, у коптера. Сейчас я туда пойду. Вперед! И там хозяин бежит впереди. Потрясный вид на город. Это место называется Сопка Любви. Далеко отъехать, чтобы мы сняли, как они заезжают. Оттуда может быть? Давайте оттуда. На скорости. Да. Мы же в гору всю дорогу, нет? Вот там с горы будет вот оттуда. Да, вот так. Давайте туда поднимемся тогда. Что-то, Вова, ты улетел вообще. В смысле улетел? Умотал просто вперед. Скорость, имеешь в виду, была высокая? Нет, имею в виду, что ты просто уехал вперед. Нам очень сложно было, Коля, было тебе вас держать двоих. Весь Якутск как на ладони. Классная обзорная площадка, несколько причем здесь по пути было. Снимаем заезд на локацию. Так, оставляете, идете на эту. А Коля над ними пролетает дальше, да? Да, да, да. Коль, ты оттуда их встречаешь сейчас? Вова, понял, куда нужно выйти? Подальше от сердечка. А что есть вот такая ездовая? Да, я... Боюсь, что он станет обедом для Лютого. Да куда может довести дрон? Привет, дрон. Как дети малые. Переписываем. Сейчас смотрим. Че так долго не ехали-то? Там люди были.
Дай крикну. Такой, знаешь, это боец. Counter-Strike а, такой. А Петя вернулся? Такой нет? Поискал, тот нет. Вот сюда. Да, да, да. Ну классно, ой, классно. Вообще, супер. Айдар, молодец. Не улетела карета. Якорь? Как у тебя? Красиво было? Красиво, ага. Что, спереди будем пробовать еще? Давай спереди еще раз. Город немножко пересечь, по идее. Чтобы это, да? Чтобы линий не было или как? Перед линиями-то это или как? Жесткий контроль на Дасте. Ты так уже второй раз говоришь. Все. Мне сейчас хочется сделать то же самое, что сделала Зельма, потому что Зельма, ну, какой процент работы она выполнила? Наверное, процентов 10, может быть, 20. А вот, вот эта вот супружеская пара, между прочим, процентов 50 точно. И причем покататься можно в любое время года. Да? Да, весь? В любое время года можешь катать. Да, в любое могу, скажи.